конец года – это еще и подведение итогов. Мы традиционно это делаем, и традиционно уже несколько лет подряд. Глава Курагинского района Любовь Заспа приняла участие в совещании, которое с главами всех территорий края в режиме видеоконференц-связи провел губернатор Александр Ус. Главной темой обсуждения стало прохождение отопительного сезона в крае. Заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Гаврилов сообщил, что на объектах энергетики и ЖКХ имеются необходимые запасы основного и резервного топлива, причем они превышают нормативы, утвержденные Минэнерго России. Общий объем средств на реализацию мероприятий по подготовке к зиме в текущем году составил более 14 миллиардов рублей. 55 муниципалитетов, в том числе и Курагинский район, получили субсидии на мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов по краевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В ходе совещания с главами муниципальных образований края обсуждались проблемные вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона.